Дополнительный запас капусты потребовался стабфонду Костанайской области. Изначально заложенные объемы закончились, а в супермаркетах случился перебой на полках с капустой, которую продавали по фиксированной цене. Повлиять на ситуацию удалось за счет повторного закупа, но чтобы избежать спекуляций, установили лимит. В одни руки отпускают по вилку капусты. Наталья Строкова расскажет. Капуста в числе 19 социально значимых товаров региона. На него с конца января и до 28 февраля по постановлению акимата действует предельная цена – 104 тенге за килограмм. При этом на рынках овощ, который закуплен не в стабилизационном фонде, а у других поставщиков, продают дороже. Была на базаре, там три раза намного дороже капуста, от 320 за килограмм. Здесь же мы можем приобрести по социальной цене, и это удобно, выгодно, и капуста неплохая. К середине февраля социальный овощ в стабилизационном фонде закончился. Чтобы полки не пустовали, оператор дополнительно закупился. Законтрактован объем 50 тонн. Этот объем мы реализовали. После этого было заключено еще дополнительное соглашение к этому договору в объеме 20 тонн капусты. С сегодняшнего дня уже производится отгрузка. Цена отпускается по капусте 100 тенге, это от СПК, и 104 тенге она должна быть на прилавке. Как отмечают в стабилизационном фонде, с начала года в регионе резко вырос спрос сразу на два продукта – сахар и капусту, объемы которых хватило на весь прошлый год, в этом ушли за пару месяцев. В 2021 году за весь год было реализовано 18-20 тонн сахара. Здесь мы видим, что за два месяца было реализовано 204 тонн сахара. Если мы в этом, получается, за месяц уже реализовали 50 тонн капусты, то в том году за весь период она была около 40-50 тонн всего. Владельцы супермаркетов задумались о фактах спекуляции, поэтому продавать социальную капусту большими партиями перестали. Установили лимит. Завезли 1,5 тонны. Хватит с учетом контроля на кассах на 2-3 дня. Человек, если подходит, если у него большое количество капусты, тот же мешок. Людей, конечно, просим, объясняем ситуацию, чтобы брали вилок в руки. То есть, если это семья закупается, да, по вилку капусты в руки отпускаем. Резкое увеличение объемов продаж товаров из стабилизационного фонда сам оператор связывает с выросшим числом заявок от предпринимателей со всего региона, которые готовы размещать на своих полках социальные товары. Наталья Строкова, Ремик Мухбедьяров, Костанай, Хабар 24.